Доброе утро. Я давно не снимала. Ну, как-то кто к Рождеству подготавливалась, то как-то, знаете, муж в больнице, и настроения как-то нету, ничего не снимать, ничего. Его там обследуют, обследуют, думаешь, вечно думки такие, все. Вот, и это самое. Ну, так, пока вроде все нормально. Завтра уже у нас сочельник. Сегодня, ну, сейчас позвонил, что сегодня его домой на праздники отпускают. Поэтому такие вот дела у нас. Ну, у меня сейчас все дети спят. Я уже сегодняшнего дня в отпуске до 4 января. Ну, буду 4 января на работу. Вот сидим дома. Будем дома. А куда ехать? Когда муж болеет, куда ехать не хочется. Извиняюсь, что я позеваю, но действительно так и есть. Не выспалась сегодня, плохо спишь, думаешь. Писали, что я потерялась. Меня не видно, на не слышно. То есть календарь открывала, ну ничего не снимала, не фотографировала. Сейчас переключусь, извиняюсь, покажу, что завтра, ой, что вчера попалась, а сегодня еще не открывала. И пойду завтракать. Вчера в Адонис календарь были вот такой вот мед с тимьяна. И вот для пяточек, так думаю, ну эти, как бемза. Вот такая вот. Ну, такие были у нас. Вот. Я сейчас попила кофе. Вчера вот такую вот шоколадку поела. Очень вкусная. Если кто брал такие шоколадки, берите. Сейчас включу свет. Ой, чтобы видно лучше было. Вот такая вот. Видно, нет? Вот такая вот шоколадка. Очень вкусная. Она вот внутри, она вот, видите, как вот такая вот. С карамелью. Очень вкусная. Так что, если кто-то это покупайте, ешьте. Очень вкусно. Пойду сейчас завтракать. На улице пасмурно. Обещают снег на завтра. Ну, посмотрим, будет, не будет. И кот наш спит, как всегда, на своем месте. Там под елочкой он подарки положил. Не стала расставлять то, что потом подходишь, там выключаешь эти жалюзи, закрываешь. Неудобно подходить, поэтому так в сумке оставила. Ну, в общем, в этом году ни до подарка, ни до чего. Ну, ничего страшного. Как-нибудь переживем. О, на улице дождь идет. Спать хочется, здесь сидим. А на улице дождь, он идет, машины все дома. Все, у всех уже начались рождественские каникулы. Ну, а я пошла кушать. Оставила я варить суп вермишелевый. Муж сегодня домой приедет, поэтому ему нужно супчик поесть. Вот, и сейчас буду делать с фарша спагетти болонезе детям. Вот здесь. Вот, раковину еще помыть надо всю. Вот, вот так вот. Сварю, потом покажу. Сегодня 23-е уже. Открываем за 23-е. Начну с медового сегодня календаря. Что у нас попало за классно? Альпийский мед. И 23-е. Вот в этом календаре я его уже раскурочила давно. Ничего, здесь попалось. Боди. Тоже что-то для... Не вижу ничего. Что здесь такое? Ничего не вижу. Что такое? Не пойму. Ну, в общем, такие вот. И покажу сейчас свою вышивку, что у меня получилось. Сейчас дверь закрою только. Ну вот, я начала свои марки. А вот здесь вот полукрестиком. И вот здесь крестики начала. Ну, уже поздно сегодня. Уже спать хочу. Вот мои маки. Вот только я вышла уже. Вот, ближе покажу. Много времени нет потихонечку. Вот сегодня я вот эту вот вышила. Вот светлую. И вот эту вот. И тут вот эту дошила. Вот зелененькую. И все. Ну и вот у меня в маке мои. Вот что я вышила, сколько уже за вчера.
вчера посидела, сегодня на работу не надо, попозже вставать, вот я вышила маки. Здесь вот чуть-чуть напутала, спала, уже засыпала, тут чуть-чуть надо поменять еще. И вот так вот. Ну, наверное, сегодня уже не буду, завтра тоже Рождество. Ну, теперь, наверное, продолжу попозже. А так вот, мои маки, приложение мое. Ну, сегодня у меня будет короткое видео, мало будет. Я некогда мне сейчас снимать. Сейчас буду суп доваривать. Делаю спагетти болгнезе и поедем, взять приедет, поедем за мужем в больницу. Поэтому я на сегодня говорю всем пока-пока. Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и не болейте. Только, пожалуйста, не болейте. Это самое плохое болеть. А нос у меня поцарапан. Это нос чесался, я его расцарапала.